Здрасте, здрасте, с вами Даня Крастер, и сегодня мы будем делать самопальный ароматизатор воздуха на основе эфирных масел мандарина. Что бы это, мать твою, не значило, а значит это следующее. Вначале я решил сделать экий-некий уловитель капель, не знаю, честно говоря, нафига, просто можно было выжать корки в миску, но мне показалось, что такая тема будет, ну, действительно нагляднее. Итак, после того, как согнули пластик углом, начинаем выжимать корки. Да, кстати, эфирное масло восполняется при распылении на открытый огонь. Да и вообще заебись горит. Выжимаем и, блядь, долго выжимаем просто до бесконечности. Мне потребовалось 2 килограмма мандарина, чтобы получить необходимое количество эфирного масла. После того, как закончили с корками, настало время добавить немного бухла в наш состав, а точнее этилового спирта. В противном случае масло в воде просто не растворится. Теперь готовим емкость для ароматизатора. Я хз, что это вообще было, какой-нибудь лечо или подобный соус. В общем, банка нам офигительно подойдет. Пропиздячиваем несколько отверстий в крышке любым самым варварским методом. Вливаем в банку некоторое количество воды, чтобы осталось место для стопарика. Вливаем стопарик. О, господи, что это произошло? Что за дерьмо-то такое? Почему помутнело? А я сам хз, вообще, я чё, химик, что ли? Осталось добавить самую главную штуку в нашем невообразимом веселье, а точнее акрилатные шарики, которые куплены в палатке Госпечати за 15 рублей. Почему, собственно говоря, такая заморочка с составом? Да потому что акрилатные шарики должны напитаться водой, а без спирта масло в воде не растворилось бы. А без масла оно, собственно говоря, и нахер не нужно. Какой это вообще тогда ароматизатор нахер? Теперь надо чутка подождать, и вуаля, шарики разбухли. Эй! Сраные шарики разбухли, и осталось слить воду, и все. Самый пон такого ароматизатора в том, что вы можете юзать покупные эфирные масла и мутить свои собственные цвета, свои собственные мишени запахов и прочее дерьмо, которое придет вам вообще в голову. И если честно, он действительно пахнет гораздо круче обычного покупного сраного ароматизатора, который такой... я пластмассовый, а тут ваш собственный. Да насрать вообще. С вами был Даня Крастер, пока.